Всем привет, дорогие друзья! На ваших экранах GTA Alien City Andreas. Пора бы уже пройти ее. Я уже давно хочу пройти ее для канала, но все как-то не доходили руки. Однажды, да, я играл на канале. У меня были уже выложены записи. Так, сюда. Включил таймер, чтобы знать, сколько я записываю. Хотя он нафига мне. Я сейчас через другую программку записываю. Я вижу, сколько я. Сейчас запись идет. Так что, сейчас не Streamlabs OBS записываю, а через программку, которая мне полюбилась, и в то же время какая-то она недоработанная была в то время сейчас. Потому что она вылетать любила. Не знаю почему. Там были приколы с ней, что она любила вылетать. Сейчас пока этого нету. И здесь хотя бы показан FPS, и что запись идет. Что мне это вот сейчас очень сильно надо, потому что второго монитора у меня нет. И когда я его возьму, это точно не знаю, может через месяца два только, минимум. Посмотрим. Так мне очень удобно. Ладно, что-то мы отвлеклись, насчет игры. Уже были когда-то, записывал я ее на канале, выложил ее, там штук 7 было, где-то 8 серий. Ой, давно это все это было, это после того, как я прошел все части GTA вроде бы. Да, вроде бы так. Или до GTA 4 я проходил. Не помню. Но если вы посмотрите, когда в последний раз GTA 5 у меня была записана, вы поймете, что это реально давно. Или когда GTA San Andreas последняя серия была записана. Я уже даже соскучился по GTA-шке. Вот реально, вот до этого уже давненько я не играл в GTA. Ни в одну часть. Скачивал, да, когда-то там за эти Trilogy Definitive Edition. Но запустил, что-то как-то она хреново идет. Включал даже этот DirectX 12 и все фигня. Так. Ладно. Давайте уже начнем. Не буду затягивать. Новая игра. Событие будет происходить в будущем, но те, кто играл уже или знают про нее, нечего тут объяснять. Заставки, конечно, пропускать я не буду, потому что это ключевые моменты прохождения. Здесь хотя бы заставки есть, которых я могу использовать превьюшки. А то в Сталкере нету, не было таких заставок, приходилось каких-то NPC иногда рандомных использовать. Я думаю, вы поняли это. Создали CJ. Игра, по сути, как я знаю, она короткая. Оу, не надо было копаться в огороде у Райдера. Возможно. Ну и дурь он закопал, башка раскалывается. Я еще в дальнейшем буду настраивать ее, потому что иногда мне кажется, что игра громче меня. Так, и давайте сразу же сохранимся. Звуки в меню вообще такие тихие. Не знаю, почему это так. Но реально, звуки именно меню, они очень тихие. Я могу, конечно, попробовать, знаете, как сделать? Вот так вот. А, так вообще ничего не слышно. Без понятия, ладно. Так, потише. Тут, как я знаю, читал в дальнейшем, модификацию уже обновляли после того. Как я понял, добавили widescreen фич, как вы видите, потому что изначально его не было, и это я сам прекрасно помню, потому что реально его не было. И убрали спидометр, который так раздражал. Потому что widescreen фич можно было поставить, а вот спидометр, он не менял свое. Как он выглядел таким растянутым, CJ. Так и до сих пор выглядит. Что за фигня происходит? Не надо домой. Ха! Где твой дом, сынок? В миллионах световых лет отсюда. Мы не на Земле.
это планета Андериус. Земля прекратила свое существование еще в 2036 году. А выжили те, кто попал под программу биотранса по регенерации. Это твой второй день рождения. Долгая история. Со временем все узнаешь. Хрень собачья. В это трудно поверить, но это так. Успокойся, и мы поговорим. Допустим, я поверил. Но тогда я вам зачем? И кто вы? Это уже ближе к делу. Я мэр Эллен Сити. Это моя правая рука, Зит. Мир людей не идеален даже здесь, на Андериусе. А мы хотим построить идеальное общество. Но всегда есть кое-кто, кто этому мешает. Ты понимаешь, о чем я? Тебе надо заниматься привычным для тебя делом. Помнишь, что ты делал в Сан-Андреасе? Понятно. А мне что с этого? А второго рождения тебе мало? Для начала сойдет. Что я должен делать? Посмотрим, на что ты способен. Что мне нравится в этой модификации? Иди русская озвучка. Не вздумай свалить. Отойдешь от меня более чем на 5М, и ты труп. Ага. Как скажешь. Просто модификации такие. Звездные войны. Самое смешное, ни один фильм из Звездных войн. Опять какого-то урода воскресили. Да. Лучше Элвиса. Люблю земную рябь. Ну да, лучше Элвис. Так, о чем я говорил? Что я ни разу Звездные войны не смотрел. Прикиньте, ни разу. Я серьезно, ни разу не смотрел «Звездные войны». Как-то, ну, не привлекает она меня. А вот «Звездные врата» — это совсем другое дело. Куда лучше всех из «Звездных войн». Конечно, сейчас, наверное, фанаты «Звездных войн» как накинутся на меня. Куча комментариев напишет. Ой... Да чё ты несёшь? Да Звёздные войны шикарные! Лучше них человечество ещё ничего не создало. Так что, ребят, вот если есть такие, не ругайтесь. Ну я правда... Правда не смотрел ни одного фильма. Мне просто неинтересно, это моё мнение, так что... Я надеюсь, вы будете, как бы, благосклонны ко мне. Ну что, есть свое мнение, как бы так. Блин, какой-то дум происходит. Я уже много чего забыл в этой части. Сюжет. Дальше пойдешь один. Я до конца его никогда не проходил. Лифте. Там на парковке найдешь машин. Поедешь по навигатору, найдешь чувака и завалишь его. Оружие хорошо. В машине. И всего делов. Смотри, чтоб хвоста за тобой не было. Иначе мы тебя не знаем. А что он натворил? Мой тебе совет. Меньше знаешь, лучше спишь. И запомни, мы смотрим за тобой. Не управишься за 3 часа, ты труп. Время пошло. Так, за 3 часа? Чего, простите? Чего? Вы там вообще страх потеряли, я чуть не понял. Прикиньте, ребят. Знаете, как прыгать здесь? На shift. Shift, твою мать. Ну и пробел. Спринт, вот. Бля, какой классный... О, да, прорисовочка. Мы сейчас посмотрим, точно ли убрали спидометр, потому что он меня бесил. Да, смотрите, нету...
того долбанного. Я пытался его как-то убрать, сам в файлы игры залазивал, но нигде его не нашел. Ну, видно, просто я в этом плохо шарю. Бляха-муха, сейчас привыкать к управлению, вообще отвык от GTA-шки. Я вообще ни в одну часть GTA уже давненько не играл. Сюда поедем. Простите. Где-то тут. Езжаем. Я сейчас, наверное, буду теряться вот в этой парковке, потому что она такая запутанная. А можешь посмотреть, куда нам? Ага. Направо. Ну, я вряд ли успею. Да ёперный театр, куда тут? Ты не говоришь, что выше надо? Мне, походу, придется заново проходить. Я, походу, не туда просто поехал. Видишь? I'm so sorry. Знак радиации. Я понимаю, радиоактивные. Ну да, все, я просто не туда поехал. Езжайте обратно. Да, без проблем. А что произошло? Ты что там? Так, а что у меня, кстати, по настройкам? Я так и не посмотрел тогда. Advanced. А, ну так у меня все на макс. А, тут where to hide можно. А, так я понял, в чем у меня проблема. Во, дальность прорисовки не тронул. Все, сохранилось. Я-то просто, видите, залез с глажения поставил как-то. Давненько было, то есть. Скачивал уже давно. На... Просто, кстати, установилось очень легко. Ничего не скажу, но установилось легко. Просто закинул файлы в игру. Все. И все работает. Благо дело, ты, наверное, единственная GTA, в которой есть русская озвучка. А, сейчас, да, забыл. Есть же в GTA 3 русская озвучка уже и в GTA Vice City. Так, я не туда поехал. Ну, немножечко буду теряться я в этом. Но мне простительно, потому что уже давненько не играл. Один раз когда-то в жизни играл. Вот, вот откуда ты появилась. А, успел. Это что, тройной нож? Мило. Это я прям уже реально забыл все тут. Давайте вот так сохраняться. Чисто как Куплинов, и сразу же можем заходить. Просто дело в том, что она не сразу появляется здесь. Ты неплохо справился. Я хотел бы узнать о Земле. Что случилось? Как я оказался здесь? Люди убили Землю. Одно оружие сменяло другое, пока где-то кто-то не нажал заветную кнопку. А те, кто уцелел, отправились на автономном космическом корабле искать новую планету. Естественно, мест в ковчеге хватило далеко не всем, и по программе биотранса был создан банк ДНК. Почти все люди, как и ты, были воссозданы. Кроме всякого сброда, которого тут и так хватает. А мы же строим идеальное общество. Ну пока хватит с тебя информации. Пора за дело. Ладно, что у нас на сегодня? Тут участились набеги монстров на город. Говорят, их видели около заброшенной шахты. Туда и поедем. Эх, люблю сафари. Хорошо, как скажешь. Тут, кстати, есть, как я помню, куча миссий из первой мафии. Не, как-то до сих пор тихо очень. Садись за руль.
сами голоса громкие. Странно. Следуй по навигатору и не тормози. Выход из машины буду рассматривать как побег. Поехали. По навигатору. Но местный навигатор, что вы скажете? Как же хорошо, что нет этого долбанного спидометра, который, ну, вообще нафиг здесь не сдался. Кстати, а widescreen фич тут работает не из-за этой фигни, где она тут? Так, субтитры хорошо. Вот. Да нет. Что включен, что нет. Но я включу просто так, потому что у меня же широкоформатный монитор. Как же круто здесь все. Это один из глобальных модов, который как бы можно поиграть. В дальнейшем хочу еще пройти Long Night для GTA Vice City и для GTA 3. Да-да, вам не послышалось. И еще был какой-то мод. Предыстория Vice City на движке GTA San Andreas, но с карты GTA 3. Там есть еще какие-то, я точно помню. Приехали. Иди за мной. Ты мне, надеюсь, пушку да, дашь? Да где же этот рубильник? А вот он. Спустимся вниз на лифте. Вроде бы он должен что-то дать мне. Дробовик вроде бы, да? А где мое оружие? Вдруг там что-то есть? А нафига оно тебе? Ты тут в качестве мяса. Ха-ха. Не смешно. Ну вообще ни хрена. Лифт заклинило. Полезу чинить. А ты держи оружие и термоочки. Это самое первое, самое сложное задание. Смотри в оба. Возможно, я буду перепроходить его. Я помню, здесь надо будет отстреливаться от монстров. Да-да, они будут выходить, а мне просто отстреливаться. Что за хрень? Кто там еще? Про зомби. Не подпускай их ко мне. Осталось минут 5. Иначе нам обоим каюк. You enjoying yourself? Главное вот отстреливать, которые ближние. Ain't that a surprise? I got a gun. Это ни хрена не легко, как я помню. Сзади. Где? Во. Ты там долго еще? 30 секунд, давайте продержимся. Ебать, там шеренка так сейчас была. Ну, кстати, справляюсь довольно хорошо, я бы сказал бы. Потому что первый раз, когда я играл, я проходил это раза 2, наверное. Может, 3, не больше. Кажется, пронесло. Чтоб тебя так пронесло, я чуть в штаны не насрал. Валим отсюда. Чё за вонь? Заткнись, сука. Чё за вонь? Миссия выполнена. Давайте сохраняемся. И буду сохраняться вот так вот. Что у нас там? 20 минут всего лишь.
Пойдемте дальше. Так это что получается? Я клон того Си-Джея, который давным-давно сдох на Земле? Да? Ну, примерно так. Блин, как все запутано. А мой брат Свит, его ДНК у вас тоже есть? Ты должен кое-что знать. Ты не сам сдал свой ДНК в банк. Ты умер задолго до катастрофы. Как это? Горькая правда, но именно твой брат Свит убил тебя. Тупо за деньги. Нет, Свит? Не может быть. Я понимаю, что тебе нелегко это слышать, но это так. После этого его посадили. Надолго. А из тюрьмы ДНК не принимались. Даже не знаю, как ты оказался в базе, но это и хорошо. Ладно, оставим сентименты. У нас сегодня серьезное дело. Один подпольный профессор овладел технологией клонов и возрождает всякий сброд из прошлого. Мы не можем себе позволить повторение истории Земли. Его надо уничтожить, стереть в порошок. Мы нашли чувака, который сдавал профессору данные из нашего банка ДНК. Клонировали его. Теперь его клон приведет нас к профессору. Сегодня у них встречи на подземной стоянке аэропорта. Строите засаду в условленном месте и мочите обоих при обмене. Это будет весело. Давай в машину. У них встреча в 9. Нам надо быть там заранее. 8. Оу. Здравствуйте, мисс. Садись за руль. Ладно, сажусь. Че, посмотреть на достопримечательности нельзя? Я знаю, что когда-то ребята тоже делали Андериус, ну, Alien City, на движок GTA 4. Там даже какие-то ролики уже выпустили. Что-что, но это так, что там даже ролики выпустили. И выглядело очень все достойно. Что если хотите, можете посмотреть. Но, как я понял, они забросили это дело. Не знаю почему. Я бы хотел бы поиграть. Я еще не такой. О, Vice City, Спанк. Бляху муху, так привыкать сейчас к управлению GTA San Andreas. Уже реально отвык настолько, что а ужас. Вот и наша наживка. Теперь дождемся профессора. А чё так тихо? Вот и он. Давайте-ка я все-таки сейчас пройдет, я быстренько вам включу субтитры, потому что иногда не слышен совсем. Я не знаю, в чем прикол. И кто же из них профессор? Какая разница? Мочим всех. Цикле клона жучок. Радар в машине, прикончи профессора. Если он уйдет, мэр нас точно закопает живьем. Торопись. Где это ставится? Так. Потому что, ну, я не знаю, в чем прикол, но... Ну, иногда они говорят тихо, очень. Ну, а тут, кстати, придется за ним, надо так покататься. Thank you.
Ну, я думаю, мы его догоним. Мне просто, ну, нет желания, знаете, перепроходить данную погоню. Вот же какие гады. Забыл, что в GTA San Andreas не перестраиваются, когда хотят. Ты останавливаться-то будешь? Я забыл, где он должен остановиться. Ой. Да подожди, профессор. Врезались. Я вот честно, я не помню, куда он должен доехать. Так, давайте-ка я посмотрю на карту. А, так мы почти приехали. Он как-то вот так вот поедет. И вот сюда приедет. Что немного осталось. Главное не упустить, потому что ну проездить это все будет заново, вообще не в кайф. Да, вот здесь как раз. Здесь его убежище, это я помню. Ну все. Ты совершаешь ошибку, Си-Джей. Откуда ты знаешь мое имя? Мэр меня опередил. Арни должен был принести твои ДНК. Мэр не так уж и заботится о жителях Алиен-Сити. Представляю, что он тебе наговорил. Почему я должен верить тебе? Тебе многое еще предстоит узнать. Но единственное, кому верить нельзя, мэр. Да? Ну ладно. Вот блин, ушел. Ладно, а если он прав? Как дела, сынок? Надеюсь, ты сделал, что должен. Ну да. Изрешетил и выбросил в море. Отлично. Отдохни пока. Ну, пойдемте дальше. Ага. Это вроде последняя тут миссия. У меня накопилась куча вопросов. Все вопросы потом. Сейчас есть одно дело. Поедешь, так сказать, на природу. На стоянке машина, вне инструкции. Все сделаешь, получишь ответы. Ну, хорошо. А, да, если что, это полицейский. Ну, поехали. Блин, вот создатели вот этого глобального мода, я бы хотел просто сказать... Вот я не знаю, насколько надо быть терпеливым, чтобы создавать вот такое. Ассеты искать, специально как-то рисовать все. Каких-то, ну знаете, других игр брать ресурсы, какие-то тоже ассеты. Это же круто! И просто пожать бы руку тому человеку, который сделал этот глобальный мод. Он постарался, миссии впилил. Да, я знаю, что потом украинцы перекупили и сделали еще вдобавок русскую озвучку.
Что, кто-то из Украины, я помню, купил это? А до скольки мне там надо приехать? Кто-нибудь запомнил? Статистика. Нет, брифинг. На стоянку машины не все делаешь. А, ну у меня 2 минуты еще. Что вот реально очень хорошая модификация. Качественная при том. Да, есть огрехи, но бляха-муха. В каких играх нету сейчас ну, как бы, минусов, да? Вспомнить те же новинки, которые выходят с хреновой оптимизацией. При этом говорят, что это не оптимизация, это у вас компьютер слабый. Как бы так. Ну вообще четко. Мне прям нравится. Что даже гора другая. Что кажется, что ну взяли с этой из Сан-Андреаса, вот этой горы. А на самом деле не особо. Она отличается. В Сан-Андреасе была по-другому гора. Тоже в пустыне Терра-Бьерра или как-то так. Терра-Барода. Не помню. Ну, еще 20 секунд. Могу тупить. Оставаться в машине. Так. А Сать тоже здесь? А, подождут. Звук с телефона, кстати, стал стандартный. Раньше он был совсем другой. Ты в машине? Да, я на месте. Что дальше? Дальше? Ты не убил профессора. Прощай. Вот мы и встретились. Пришлось собирать тебя по кусочкам. Набирайся сил, Си-Джей. Нас ждут большие дела. Да, круто. Так, сохраняемся. И давайте, у нас есть еще время. Пойдемте. Профессор? Очухался? Ну, здравствуй. Да. Я профессор Тру. Ты, наверное, очень хочешь отомстить мэру? Ты в этом не одинок. Но у каждого свой резон. Этот ублюдок хочет монополизировать технологии клонирования и тем самым получить абсолютную власть. Вот тогда всем будет хреново. Так что теперь у нас общая цель. Да я урою этого сукина сына. Не горячись. У меня созрел план. Но нам нужны еще люди. Сегодня познакомлю тебя с Себастьяном. Он спец по тачкам. Нетрудно было от тебя сбежать. Здесь вход в мое укрытие. Садись за руль. Ну да. Надо успеть к 20:00. Он обычно крутится около гаража. 00. К 20:00. Конечная цель вот тут, а мне вон туда, да, я понял. Вот тут вот злосчастный домик, вот здесь, не покупайте. Я, конечно, может потом прикуплю себе, чисто проверить, сломается ли у меня снова сохранение. Но это будет, наверное, делать уже вне записи.
Ну, кстати, плюс-минус я уже привык к управлению. Ну, совсем отвык уж от управления GTA. Особенно такой аркадный, я бы сказал. Я уже давно игры в открытом мире не играл. Ну, в плане того, где есть автомобили, все это. Мотоцикл Saints Row. Вы представляете, как долго это создавалось? Что это же нечто. Что человек реально постарался. Видно прям. Мне получается ниже, да? Хорошо. Но у меня минута есть еще, знаете, тупить. Машина, а вот такую машину я не помню. Себастьян. Привет, Себастьян. Ну ты обдумал наш прошлый разговор? Услуга за услугу. Мой водитель заболел, а сегодня гонка. 4 команды по 2 человека. Понимаешь? Вот, сюжете поможет. Он нелегальный клон? Хотя какая разница? Возьми машину и на старт. Гонка начнется в 10. Не опаздывай. Какая разница, клон, не клон тут? Все равно живой организм. Иди к монитору. Выбери машину из списка и езжай на старт. Я подожду вас здесь. Я не помню, что брать будет. Бля. Ага, селект. Понял. Ну да, давайте. Вот будет сложно на ней, мне кажется. Задрифтил как боженька. Ну чё, давайте пройдем гоночку. Какая же GTA не обходится без гонки? 3, 2, 1. Я помню, что здесь можно пройти. На первом месте. Но это, бляха-муха, сложно очень. Но на первое место уже сейчас я вряд ли вырвусь. Это, знаете, уже на удачу. Потому что я здесь вроде бы вырывался на первое место. Это все, я уже не вырвусь. Надо, знаете, было изначально вырываться. Ну да. А так, ну, неплохо. Первая гоночка прошла успешно. Неплохо. Считайте, я в вашем распоряжении. А так, на первое место здесь можно. В порядке. Хотя склонами бывает по-всякому. Пока поживешь у меня. Дальше будет видно. Ну, спасибо.
Ну, давайте еще одну миссию выполним и можем заканчивать на этом серию. Если кто не знает, что это вроде бы телепорт. Я помню момент, где нам надо будет телепортироваться. Только хороший вопрос, когда сегодня это... познакомлю тебя с Филом. Филом. Он спец по части оружия. Ну, все мы знаем этого Фила, еще из Вай-Сити. Фил живет и тут рядом. GTA 3 он садись был. За руль. Бляха-муха, а тут баг все еще тот не исправили. Там бочки стоят, и машинка же раз на них наезжает. Я понял. Не наверх. Должны ребята придумывали дизайн карты. И в чем прикол, реально сделали вот это неплохо. Что здесь карта разнообразная. Да, она маленькая, чем в том же самом GTA San Andreas. Но менее интересная она от этого не, ну, как бы не стала. Ой, менее хуже она не стала. Точнее, вот. Сформировал нормально. Привет, Фил. Как дела? Познакомься. Это Си-Джей. Привет всем. Надумали охоту на крупного зверя? Да. Да. Нам нужно много взрывчатки. Достать можешь? Обижаешь, true. А это еще кто такие? Оба-на. Возьми-ка оружие на всякий случай. Такого раньше не было. Ну вообще, я не почувствовал сложности от слова совсем сейчас. Реально, вообще. Да, весело у тебя здесь. Такое бывает иногда. Ничего страшного. В общем так, я достану ну, то, что вам надо. Ну, а вы помогите мне убрать их, говоря. Их логово тут недалеко, за мостом на пригорке. А могли бы, Саська, и надо это сделать взять быстро, пока к нему подмога не подоспела. У тебя будет минут 5. Потому что... Справишься, Си-Джей? Да, я привык уже. Логично. Возьми мою тачку. Что, раз они клонировали, могли бы все высадить. Езжай ко мне в бункер. Это если что, здесь да, здесь встаешь вот на эти кружочки и тебя телепортируют наверх к транзитной линии. Но она, кстати, ко все проходит. В оригинале тоже было метро, но даже там мы не пользовались. Попаду вот отсюда. Вижу тебя. Где еще? О. Nope.
Да что-то вообще пока я не чувствую сложности. Хожу, просто убиваю, вот и все. Вот это я бы взял бы. Так, и давайте-ка я кое-что еще изменю в настройках, пока это возможно. Вот. Control. Ну что, ну стрелять-то нам зачем? Yes, he... Что-то бляха-муха не всегда нажимается. Да что-то пока... Вы чувствуете сложности? Я вообще нет. Я реально стараюсь почувствовать сложности, я вообще не чувствую. Видно, в сталкера уже переиграл. Ой. А как это теперь выключить? Ну, я уже по привычке просто F5 нажимаю. Кто? А чё это вы нынче косыми стали? Мне тебя надо убить. Здесь он, кстати, как я уже понял, прокачан до уровня киллера, да? Ну да. Что тут показано? Хоть убейте, ну я сейчас вообще не почувствовал ничего. Ни сложности, ничего. Но, золотые пушки. Вот вы лично почувствовали, я нет. Не туда заехал слегка, но ладно. Дорога все равно ведет в одно и то же место. Thanks, man. Appreciate that. Ну все, сейчас тогда доезжаем, сохраняемся и можно заканчивать уже на этом серию. Потому что смотрю, уже 48 минут записываем. Ну что, тогда сохраняюсь. Нет. Пока что вот сюда. А на этом у меня все, ребят. Спасибо всем, кто посмотрел. Не забудьте поддержать лайком и подпиской. И всем удачи, и до скорой встречи.